И всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду рыбачить, ребят. Есть у меня задание. Нужно поймать 15 рыбешек. Ну, неважно, то есть раков, там... Что там еще можно поймать? Рыбку, короче, от 100 грамм. 15 штучек. 8 штучек я уже поймал. Как-то клев не идет, ребят. Рыбачить я начал где-то с часу ночи игрового времени, сейчас уже 4 утра, и как видите, я поймал только 3 штучки, то есть 5 штучек я вчера поймал, и за сегодня я поймал только 3 штучки. Так, вроде повело, да? Да, все, вытаскиваем. Так, бычок. 95 грамм. Забрать. Вот, ну что-то здесь не идет у меня рыбалочка. Есть место, которое рядышком. Ну, я когда ходил в убежище, продавал рыбу, и мое место заняли там, блин. Плохо. Там, конечно, клевало более-менее нормально. Я там даже пару раков вытащил. Вот. Но здесь как-то не очень. О, поклевочка была, рано я вытащил. Я думаю, давайте, наверное, я поставлю обратно мотыль. И давайте посмотрим, на месте там еще есть кто-то. Да, до сих пор он стоит рыбачить. Ну, ладно, пусть рыбачит себе спокойно. Будем, значит, пытаться здесь что-то. Что-то здесь сделать. Так, выставил я здесь глубину. Вроде более-менее должно быть нормально. Поплавок встает. О, и сразу пошел клев. Ну, время 4:30 утра, я думаю. Пора бы уже. Так, по-моему, бычок. Бычок и довольно-таки 96 грамм, а тянет как будто, блин, за 100 грамм. А, давайте туда куда-нибудь забросим ближе какой-то к траве, к этой машине. Что там здесь есть? Так, поклевочка есть. Повело, тащим. Блин, завело аж в траву. Ну, какой-то малек. Трофейная колюшка, 43 грамма. Окей. Даже выполнил рекорд по колюшкам по этим. Ну, ближе к утру более-менее поклевочки пошли. Наверное, опять колюшка, что-то она так смыкает. Более-менее вот под утро пошли поклевочки. А так было вообще глухо. Так, вылаживает. Повело. Вытаскиваем. Опять, видите, как заводит? Такое ощущение, что что-то прям серьезное. Ну, давай. Главное, чтобы не сорвалось. Так, по-моему, плотва. 284 грамма. Крутяк, забрать. Это мне нравится. Так, исходу топит поплавок, да? Тащим. Более-менее уже активно. Под утро более-менее активно начались поклевки. Крупный пескарь, 42 грамма. Забрать. Пискаря поймал. Первый раз еще не ловил пискаря. Ох ты, блин, зря, ребят, рано я потащил. Ладно, забрасываем еще раз. Давайте вон туда. Так, на улице уже расцветает. Так, есть поклевочка. Вылаживает. Ну. По-моему, подлещик или плотвичка. Что-то такое похожее. Тащит так, тянет так прям... Подлещик, 292 грамма. Отлично. Даже рекорд свой поставил, ребят.
Так, 10 штучек я уже поймал, да, с 15. Еще 5 штучек мне осталось поймать. Рыбешек за 100 грамм. Но я думаю, поклевочка сейчас пойдет. Рыбка пойдет, потому что... Смотрите, подлещик 315 грамм. Вот что значит время, видите, утро, под утро и пошла поклевка. А ночью как бы было вообще глупо. Так, тянем. Крупная колюшка. Смотрите, сходу хватает, но я рано потащил. Была поклевочка, конечно, но рано начал я ее. Нажал кнопку вытаскивать. Опять. Смыкает. Так, есть. Порвал леску. Так, порвал леску, ребят. Что мне нужно? Снасть, оснастка, крючок, да? А что мне с ним делать-то? С крючком. Сюда его нужно, да? Да. Так, окей. А нужно будет прикупиться еще крючками немножко. Последний мой крючок. Смотрите, сходу клюет. Классно. Что? Порвал леску опять? Ну, придется возвращаться мне. Так, придется возвращаться в убежище, покупать крючки, ребят. Нужно будет... Ой, сейчас пока денег нету. Так, а где у нас тут крючки продаются? Игровые автоматы. Торговые автоматы, точнее. Так, катушки, лески, крючки. Ну, давайте купим. Давайте сразу штук 7 купим. Так, все, окей. И, наверное, я сейчас сразу давайте рыбу продам скупщику. Гоги скупщик рыбы. Давайте мы ему продадим. Нет удочки, удочка не собрана. Сейчас соберем удочку и отправимся дальше, пока клев идет и пока там, может, место наше не занял никто. Так, давайте быстренько отправляемся обратно. Да, наше место свободно. Давайте сейчас я соберу удочку. А два крючка сразу можно? Так, хорошо, поехали. Достаем нашу удочку. Что такое? Почему удочка не собрана? Что не хватает? А, леска. Вот же ж у меня есть леска. Так, все, теперь собрана удочка. Достаем удочку. Время 6 утра. И, в принципе, закидываем. Мне еще 4 рыбёхи поймать, чтобы закончить это задание. Так, и сразу пошла поклевка. Так, крупнячок какой-то пошел. 3 раза подряд сорвал. Окунь, 458 грамм. Тоже мой первый окунь, ребят, в этой игре. Забрать. Круто, круто, мне нравится. Так, что-то смыкает. Такое, как мелочь какая-то. Вылаживает.
забираем. Тоже окунь? Нет, подлещик, 280 грамм, забрать. Так, еще две рыбешки осталось. Ух ты, сразу сходу вылаживает. Так, подлещик, 130 грамм. Круто. Блин, ночью вообще клёво не было. А сейчас одна за одной пошла. Так, тянуть, не тянуть? Как думаете? Я думаю, оно на крючке уже. Отлично. Подлещик, 317 грамм. Так, поговорить с Василичем. Хорошо, давайте отправляемся в убежище. Задание мы сделали. И где тут наш Василич-то? Это у нас Гоги. Вот, Василич, давайте к нему поговорим с ним. Итак, задание ты выполнил. Молодец. Теперь приступим непосредственно к созданию вещей. Подойди к станку, разделочный стол, выбери биомасса и создай две штуки. Если не хватит рыбы, долови необходимое количество. Я понял. Так, станок. Где у нас тут станки? Вот. Разделочный стол, да? Так, биомасса. Тип из дневника сталкера. Один основной продукт для получения энергии, топлива, других ценных веществ делается практически из любой органики. Рыбный фарш. Стоп, что мне нужно? А ну сюда давайте подойдем. Что мне нужно? Создать биомассу. Биомассу. Сюда, значит, мне нужно. Так, требуется 10 штук. В наличии 0. Рыбный фарш. А, нужен рыбный фарш. Создать. Так, теперь биомасса. Требуется 10 штук, наличие 4. А что, у меня рыбы нету больше? Да, у меня рыбы нету, придется еще ловить эти рыбу, чтобы создать фарш и делать биомассу. Ну а на этом, наверное, я буду заканчивать, ребят. В следующий раз еще увидимся. Будем долавливать рыбу, делать рыбный фарш, делать биомассу и создавать предметы. Всем удачи, всем пока.